Вы согласны с тем, что вынужденно или не вынужденно, но мы нарушаем суверенитет и права украинцев? Ну, да, в определенной мере нарушаем. Что? Это не есть что-то такое экстраординарное. Нация, которая сражается за свое существование, имеет право это делать любыми доступными методами. Это вынужденная ситуация, в моем понимании. Хотя она, конечно, достаточно, там уже, как говорится, то, что мы начали операцию, это с точки зрения информационной, прямо скажем, не очень выгодно. Но я доверяю президенту, он сказал, что другого выхода не было, но это по большому счету не имеет никакого значения.